В Люберцах продолжается ремонт автомобильных дорог. До конца лета приведут в порядок более 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Как проходит подготовка к асфальтированию и какие работы уже выполнены, расскажем в сюжете. В Малом Павлине 17 жилых домов. Дворовая территория благоустроена. А вот дорога вокруг жилого комплекса протяженностью более 1200 метров нуждалась в ремонте. Начинается с фрезеровки. Снимается старый асфальт, как бы 5 сантиметров по технологии. Потом проливается битумной эмульсией и укладывается асфальт. Срок выполнения работы до 28.05. Срок успеваем. Сейчас здесь задействованы 8 рабочих и 5 единиц спецтехники. Самоходная гусеничная дорожная фреза, погрузчик, трактор и 2 самосвала. Дорога включена в план ремонта по результатам голосования жителей на портале Добродел. Мы находимся на дороге ЖК Малая Павлина, которая была выбрана именно по жалобам жителей на плохое асфальтобетонное покрытие и поставлена в ремонт по количеству набранных голосов. В первом этапе ремонта дорог запланировано 10 дорог. Общей протяженностью более 8 километров. Асфальтовое покрытие уже отремонтировали на Южной Хлебозаводской улицах, проезде от Октябрьского проспекта до улицы Кирова и Школьной улицы в Краскове. До конца лета в городском округе отремонтируют 10 муниципальных дорог протяженностью более 8,5 километров и 5 региональных, общей длиной почти 10 километров. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.